изюминка индийской кухни по праву можно считать чатни. Этот насыщенный, пикантный соус готовит практически в каждом доме. Среди многообразия рецептов я хочу предложить вам один на заметку. Если вы не боитесь пробовать что-то новое, а также относите себя к поклонникам острого, тогда этот вариант, как приготовить чатни из помидоров, именно для вас. Потрясающий аромат индийских специй, насыщенный вкус томатной пасты, все это невероятно. На весь процесс у вас уйдет не более получаса, так что занятым хозяйкам обязательно стоит обратить на него внимание. Если у вас есть возможность найти все необходимые ингредиенты, то не раздумывая повторите рецепт в домашних условиях. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. 1. На сковороду налейте немного масла и разогрейте. Выложите Урал Дал и обжарьте пару минут, помешивая. Добавьте следом крупными кусочками поломанной чили, перец горошком, гвоздику, имбирь. Обжаривайте, пока чили не начнет менять цвет. 2. За это время вымойте, обсушите и нарежьте мелкими кубиками помидоры, выложите их на сковороду. 3. Добавьте соль по вкусу и асафетиду, томите на медленном огне 6-7 минут, периодически помешивая. 4. Переложите помидоры в блендер, добавьте немного воды и измельчите. Подписавшимся, больше вкусностей. 5. На сковороду долейте еще немного масла и разогрейте, выложите зерна горчицы и прогрейте их. 6. Добавьте листья карри, еще один чили, пажитник, обжарьте несколько минут. 7. Выложите томатный соус на сковороду. 8. Томите еще 3-4 минуты на огне, помешивая периодически. Вот и все, пикантный чатни готов. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Ингредиенты. Помидор 250 грамм, имбирь 1 чайная ложка, очень мелко нарезанная, чили сушеный 2-3 штук, урад дал 1 чайная ложка, перец горошком 4-5 штук, гвоздика 2-3 штук, асафетида 1 щепотка, вода 2 чайных ложки, растительное масло 2 чайных ложки, соль по вкусу, листья карри 7-8 штук, зерна горчицы 1/2 чайных ложки, семена пажитника 2-3 штук, количество порций 1. Не пропустите самое вкусное, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Заходите снова.